Тюбик, слушай, где этот твой остров, блин, да а? Где-то здесь он вообще существует, быть. Мы уже столько да. плаваем тут. О, куда? Смотри. О, нифига себе, ну наконец-то. Я уже думал, мы реально не найдем никакого острова. Потому что, вот блин, он. Так долго плавать в поисках одного острова и такого огромного, блин, еще. Нифига, он реально здоровый. Да, ого. Огромный. Надеюсь, он заблудился немного. Надеюсь, он подойдет для создания нашей базы отдыха, чтобы здесь можно было приплывать и отдыхать, ни в чем себе не отказывать. Но, чтобы ни в чем себе не отказывать, нам нужно, чтобы этот остров соответствовал некоторым критериям. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Тут должен быть источник пресной воды, чтобы воду сюда не возить. И ну должна да. быть еще какая-то, значит, земля, на которой можно выращивать. Ну, чтобы она нормальная была, понял? Ну, я понял, я понял. Если нельзя еду выращивать будет и воды тут не будет, тогда этот остров нам не подойдет. Тогда будем искать новый. Ну да. Блин, нифига, здоровый, слушай, тут ракушки какие-то вымывает. Да, смотри, прикольно как. Вроде акул нет. Ничего нет, купаться вроде как можно безопасно довольно-таки. Да вроде да. И песок приятный здесь. Не такой, да. знаешь, как с камнями, блин, который ноги режет. Не, ну нормально, ладно. Давай осмотрим, короче, еще в глубине, в лесу, что тут, животные да, какие-то давай. Обитают или нет. Пойдем. И нам нужно будет тогда что, принимать решение уже, везти сюда материалы, чтобы базу строить или не везти. Ну, я думаю, он подойдет нам. Давай сейчас проверим еще все. А, нам надо еще источник здесь какой-нибудь поискать. Есть вообще здесь? Ну, я думаю, в глубине, наверное. Вода, блин, нифига. Мы на самом деле, так, нам, чтобы не заблудиться, давай мы будем идти чисто вперед, а потом развернемся да. вот так и будем идти чисто назад. Тогда выйдем к пляжу. Ну, давай, это, конечно, нифига, тут джунгли, блин. Ё-моё. Пока так. что я не наблюдаю ни единого животного. И, кстати, здесь еще очень тихо. Слышишь что-нибудь? Ну, да. Нет, вообще тишина. Птицы не чирикают, животные какие-нибудь не орут. Да, вообще никаких. Вообще блин, я уже проголодался. Проголодался? Да. Нифига себе, это что такое? Ого. Что тут? Ого. Смотри. Чё? Ты слышал? Ага, кажется, животные все-таки есть. Смотри, бери о, хлеб. О, спасибо. Спасибо. Офигеть, палатка. Кости какие-то валяются. Костер горит, блин, да здесь кто-то был недавно. Походу, смотри, тут рыба. Трава всякая висит. Всякие, да. Перец. Сушеный. Капец. Палатка. Блин, палатка, кстати, такая, ну, довольно-таки современная. Ну как, не ну современная, да. но типа сделанная не из листьев, ё-моё. Ну да, значит это... О, блин! Фу, напугал. Это Шай-Лушай! Шай-Лушай! Нифига себе! Эй! Блин, ты здесь живешь, что ли? Это твое? Нифига. Блин, мы живы не понимаем. Блин, капец. Эй. Мы всё с миром нормально пришли. Здесь? Мы, да, мы ничего не сделаем тебе. Привет, не бойся нас. Лужка. Нифига себе. Смотри, что-то рассказывает. Так, подожди. Мы тебя не понимаем. Мы да. не умеем разговаривать на твоем языке. Блин, капец, я немножечко что-то в шоке. Капец, я думал, я этот тоже. Остров необитаемый. Ты же говорил, тут никого нет. Ну, я думал, тут никого не было. Офигеть. Оказывается, он обитаемый. Смотри, он что-то дал о, нам рыбу. Жареная рыба. Класс, он спасибо. Он умеет готовить. Офигенно. Да. Так. Походу, это он тут готовил. Ну, слушай, я тогда не знаю, стоит ли здесь что-то строить, потому что если это его остров, возможно, здесь есть еще другие, короче, Шай-Лушай, и мы тогда будем ну, нарушать возможно. Их покой. А вот. Ты не против, если мы построим здесь базу отдыха? Да он не понимает же нас, ё-моё. А мы его не понимаем. Ну, кстати, да. Ну и чё вот это он за звуки издает? Что это не значит? Знаю. А может он нас понимает? Это мы его не понимаем. Сомневаюсь. Если бы... Подожди, куда он пропал? А, вон он. Куда-то нас ведет. Может, за ним пойдем-то? Ну, давай. Давай, да. ладно, пойдем за ним. Погнали. Ну, это, конечно, идем. Блин, прям очень странно. Смотри, у него улитка висит и виноград еще есть. Да! То есть он что-то тут охотится на улиток и виноград где-то собирает. Прикольно. Наверное, смотри, куда-то ведет нас. Если, короче, он здесь живет, значит, по-любому он воду пьет. Не пьет же он соленую воду. Ну, значит, да. Значит, здесь тоже должна быть пресная вода где-нибудь. Да, значит, все пригодно. Так, он бежит к лодкам к нашим. О, смотри, ракушки. К ракушкам. Ага.
Нифига. Так, ну он снова что-то пытается сказать, но мы его не понимаем. Блин, ребята, кто понимает язык Шайлушаев, пишите в комментариях. Чего он хочет от нас? Что он хочет сказать? Собирать их? О! А, он предлагает собирать ракушки. Зачем? Может, не знаю, очищать берег? У нас такие, как сувениры, продают. И все. Капец, ну, я сломал. Давай, забирай их тогда, что? Что с ними делать, я не знаю. Я тоже не знаю. Это же просто ракушки, у них там, ну, типа, это же не мидии какие-нибудь, чтобы их там потом есть. Зачем их собирать-то? Ну, я не знаю, вроде все собрали. Шайлушай. Я ему скинул все. Вот. Что-то рассказывает нам. Не, ну это, конечно, очень сложно. Я не понимаю, что он хочет. Давай я просто будем ходить смотри. За ним. И да, пойдем. Если он будет что-то делать, то мы будем делать то же самое. Мне кажется, вариант нормальный. О, уже темнеет, нифига себе. Кстати, да. Так, ну на темную не поплывем, наверное, назад. Ну да, надо тут как-то перекантоваться. Так, капец, как он быстро прыгает по этим камням. Оп, давай за ним, тюбик. Оп, знаешь, не теряй его из виду. Так, так сюда, ну я бегу, сюда. Догоняй, енот. Я тоже бегу сюда. Так. Опа, опа. Вот, вот он. А, он идет обратно к палатке. Да, 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 к палатке, наверное, идет. Ничего себе, блин. Смотри, здесь какая-то еще. Он тут натоптал уже. О. Да. Чего такое? Он будет сейчас, может быть, эти... Так. Я не понимаю. Я вообще я не тоже. Понимаю. Слышишь, смотри, здесь, короче, он натоптал что-то, какую-то тропинку. И здесь прям нифига, что-то, дорога подожди, целая. Подожди, енот, он что-то кричит. Чего? Не, чего такое? Говорит, что не надо, что не надо. Я не понимаю. Ну я, не, я вижу, что он как бы отнекивается или что? Да. Что, да, блин, не надо же... туда идти или что? Пошли по дорожке, пройдемся, посмотрим и да, вернемся так же самым по дорожке. Да. Пойдем. Да сейчас мы вернемся. Здесь же ничего такого на этом острове нету. Так, да. Че он такой этот какой-то? Может он не хочет, чтобы мы уходили, типа, а сидели с ним ну, все время? Не знаю. Так, смотри. О, я вижу воду. О, вода. О, отлично. Все, значит, этот остров подходит. Нифига себе. Так, а ну-ка, сейчас попробуем на соль ее. Да, слушай, да. Это без соли вода. Пресная. О, класс. С горы, походу, течет. Да, крутяк. Офигеть. То есть здесь можно, короче, прийти и попить, и все будет нормально. Вот да. Это, конечно... Не, ну остров, прям вот он нам подходит по критериям. Но строится ну, да. Здесь... Я бы не хотел, чтобы как-то Шайлушаю было некомфортно из-за нас. Ну да, типа того. Ну, что, будем возвращаться? Ой, блин. Что это было? Ты слышал? Я слышал. Я слышал. Прячься я где-нибудь тоже. Здесь. Капец, какие-то звуки. Смотри, странные. Сверху. Что ого! Это за фиговина? Беги куда-нибудь сюда. Так, тихо. Нет. Тихо. А, блин. Все, я побежал. Тюбик, давай за мной. Нифига себе. Где, енот, я потерялся. Я здесь где-то. Мы рядом. Сюда беги. Тюбик, влево беги. Влево беги. Влево. И здесь еще. Нифига себе. Давай. Нет, не туда побежал. Я вижу тебя. Так, сейчас я за тобой бегу. Где он? Я потерялся. Вот он я. Здесь. Вот он я. Блин, за мной, давай быстрее. В ту сторону смотрел. Давай, 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 убегаем. Здесь овца еще стоит, свинья стоит. Здесь еще животные. Нифига кстати. Себе, так, Чубик, беги. Офигеть, да. Блин. Ё-моё, ё-моё, так, тихо. Слышал? Да. Оно все еще за нами где-то бежит. Капец, оно огромное. Что это была за огромная фиговина, блин? Я не знаю. Я его не вижу. Капец. Это просто жесть. Вон он! Тюбик, беги! А, блин! А-а-а! Сюда! Сюда, не сюда, давай вниз! Давай, я за тобой! Вниз, давай! Офигеть! А-а-а! Офигеть! Ё-моё, ё-моё, ё-моё! Так, 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 так. Страшно, он, походу, за нами охотится! Ой, блинский, блин! А, он идет за нами! Ай-яй-яй-яй-яй! Что-то. Что это было? Я слышу какие-то звуки еще. Ой, блин, 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 блин. Кидут, давай, я тебя догоняю! Я здесь! Давай здесь прячемся! Сидим! Ё-моё! Слышал это? Как он рычит громко! Капец! Ладно, слушай. Нам нужно здесь чё? Просто посидеть и переждать, пока он куда-нибудь свалит. Да. Не думаю, что мы ему интересны. Наверное, интересны были только потому, что мы начали кричать. Чё за взрывы были или чё это? Не знаю. О, нет! Блин, это по-прежнему его вот этот рык. Но да. Я предлагаю сидеть здесь и никуда не выходить. Просто блин, будем... Капец. Блин, надеюсь, что Шайлушаем все в порядке. Смотри. Я вижу его. Капец. Офигеть. Так, сидим здесь, капец, сидим здесь. Огромный какой.
Мы здесь в безопасности. Интересно, как Шайлушай с ним уживал? Я не знаю. Я не хочу здесь уже строить базу отдыха. Я тоже, я передумал. Так, по-прежнему ноги его здесь, вон он. Офигеть. Я не знаю, как нам отсюда выбираться. Если он сейчас спалит нас... Смотри. Тихо. Не двигаемся. Может, он нас не заметит? Не знаю, но он смотрит куда-то сюда. Возможно, нас за ветками не видно. Офигеть. Но он же огромный. Смотри, он ломает. Тюбик, вылазь отсюда. Вылазь. Давай сюда. Давай, быстрее за мной. Давай, убегаем. Сюда. Нас засек. Не знаю, давай в другом месте спрячемся. Вот здесь, где трава. Оп. Давай. Все. Сидим здесь теперь. Я не вижу его. Я тоже. Офигеть, блин. Его ноги здесь, енот. Где? Ой, да блин. Вот. Не двигайся. Не двигайся, а то он нас раздавит. Фу. Пока мы возле дерева, мы плюс-минус в безопасности. Офигеть, где он? Вон он побежал. Он уходит, походу. Фух, офигеть. Нет, вон он по берегу бегает, видишь? А, ничего себе, смотри. Залазь обратно, залазь. Так. Убежал? Или нет? Да вроде. Не понимаю пока. Просто офигеть, блин. Как нам свалить теперь с этого острова, блин? Я уже жалею, что мы сюда приплыли. Я вообще не знаю, что делать, как бы нам до утра дотянуть. Интересно, этот монстр умеет летать или нет? Если летать не умеет, можно попробовать... Тихо. Кажется, он все еще где-то здесь. Как стрёмно. Если он не умеет летать, можно попробовать уплыть прямо сейчас. Но наши лодки, они, блин, где-то там, возле Шайлушая остались, а мы уже фиг знает где. Что? Слышал? Это Шайлушай. Где он? Ты видишь его? Вот он. Шайлушай. Офигеть. Шайлушай. Нифига себе. Что? Что-то рассказывает нам. Я не понимаю. Монстра встретили какого-то. Надо в безопасное место срочно. Да. О, давай, он побежал. Давай за ним. Быстрее. Давай. Офигеть, блин. Просто капец. Какой-то кошмар. Куда идти? О. Что это было? Это он. Шайлушай побежал быстрее. Он спрятался здесь. Так, сидим. Значит, мы действовали правильно, Тюбик. Прятались в деревьях. Тихо. Он идет. Офигеть, у меня сейчас сердце просто выпрыгнет. Смотри, корова тоже под деревьями прячется. Да, смотри. Жесть. О, блин, нифига себе. Тюбик убегает. Я не знаю, кто это был. Да, я тоже видел. Короче, бежим быстрее. Да, давай зашелушаем. Я бегу, нифига себе. Так. Опа. Какой стрёмный остров. Тропинка. Мы почти вернулись сюда. Опять он? Да. Кажется, это был тоже его рык. Быстрее сюда. Давай, я догоняю вас. Все, мы здесь, возле палаток. Смотри, у него здесь безопасное место. Да, он тут спрятался. Офигеть, просто офигеть, блин. Капец. Шайлушай, мы, наверное, поплывем с твоего острова. Всего хорошего. Наверное, куда он? Куда он побежал? Он говорит, куда-то бежит. Давай за ним. Давай. Чё? Свеча. Ого! Подожди! Смотри! Это что за крестики, блин? Вот эта штука с клешнями. Это вот этот монстр, да! Офигеть! Это его семья, походу! Либо это этот, племя Шайлушаев. Племя, да. Он что, один остался? Вот смотри, один не перечеркнутый, вот это. Да! Это, скорее всего, он. Нифига себе! Офигеть! То есть этот монстр слопал всех Шайлушаев на этом острове, ё-моё. Походу. О, нет, тихо. Ты слышишь? Прячься за Шайлушаев, беги быстрее. Сюда. Фух. Вот здесь. Офигеть, капец. Так вот оно, что, оказывается, на этом острове происходит. Короче, Тюбик, я предлагаю поплыть назад к нам и у военных попросить помощи, чтобы они завалили этого огромного монстра, блин. Согласен. Тогда, возможно, у Шайлушаев останется... какая-то возможность. Шанс, да. Возродить, возможно, обратно свое племя. Нифига себе. Вот капец. Это я сейчас немножечко шокирован, если честно. Я уже тоже. Утро наступает. Тюбик, это наш шанс. Нам нужно плыть прямо сейчас. Да. Шайлушай, мы идем к лодкам. Да. Давай, за ним. Догоняем. Опа.
Опять он! Блин, по-прежнему! Капец! Походу, этот монстр от нас теперь не отстанет. Быстрее, быстрее, тюбик, давай быстрее. Давай, беги, давай, беги, беги. Вот так вот. А-а-а. Вот так вот. Ускорение, давай, быстрее. Сюда. Запрыгивает и твоя лодка. Садись. Я побежал, стою. Шай-лушай, выживи. Прячься, да. Я не знаю, как-нибудь. Мы здесь что-нибудь придумаем. С военными договоримся. И они обязательно помогут. Все, давай, протяни. Мы тебе поможем. Поплыли быстрее, тюбик. Давай, греби. Так, так, так. Греби. Так, так. Давай, давай.